Оу, всем привет! Ну что, продолжаем играть Rise to Ruins. Я тут вроде бы неплохо отстроился. У нас есть... кое-какие вышки. Даже есть големная, где... нам не хватает камня. Нет, нам не хватает кристаллия. Странно. Я вроде бы ее отстраивал, но... хорошо. Возможно, нам... это имеется в виду для улучшения постройки. Ну, тут у нас недавно было тоже землетрясение. Возможно, это какой-то вестник бури, надвигающийся. Но пока что все спокойно. Возможно, стоит поставить побольше вышек. Но в целом я не жалуюсь. У нас тут закат идет. Погоди, может быть, скелеты все-таки взять? Да, мне он совсем не нравится. Давай его куда-нибудь подальше пошлем, вот сюда. Ну и иди теперь через скалы. Слушай, а он не сможет уйти-то? А, нет, сможет. Кстати, я не знал, что этот бассейн генерирует энергию. Давай, наверное, ему поможем. Эх, не хватило. Ну что ж. Может быть... А, вот, смотри. Отсюда, по идее, он не сможет выйти. Да, он не сможет выйти. Слушай, а может быть мне накидать туда кучу всяких разных монстров? Вот, смотри, например, еще один скелет. Давай его просто кинем туда. А где он там находился? Давай вот сюда. Он, по идее, все равно не сможет выйти. То же самое можно делать с работниками, но там очень маленький уголочек, где, получается, они ходят. Вот, смотри, то есть... вот этого рабочего я мог бы сходить и схватить, если он отошел бы влево. Но так как он не отошел, то, блин... а, мне не получится. Хотя я могу бы попробовать вот тут их хватать, но нет. Раньше, конечно, можно было. Сейчас попробую. А, недоступно. Странно, где же я их раньше хватал? Вроде бы где-то тут. Но сейчас влияние им позволяет уже беспрепятственно ходить тут. Хотя вот смотри, мы одного взяли. Держи. Сможешь тут пройти? Тогда тут ты не сможешь. Отлично. Так, еще один. Давай тут накидаем максимально, сколько нам позволяет. Так, они пытаются сейчас выйти, но я не думаю, что у них получится. Сейчас мы возьмем немножко эссенции. Нам как раз таки ее не хватает. Отлично. Вот один рабочий. Давай к ним туда. Хотя он может попытаться все-таки выйти, но я надеюсь, что у них не получится. Ну или, по крайней мере, они не скоро выйдут отсюда. Так, смотри, кто там еще у них есть. А, больше никого и нету. Я, можно сказать, отстрочил появление у себя. Так. Да, тут они уже практически подобрались ко мне вплотную, но мои големы дают им отпор. Ну, точнее, пытаются. Есть парочка башен. Я вот думаю сделать одну из них... ледяной, потому что в прошлый раз меня убили огненные големы. Если в этот раз у меня опять будут огненные големы, то, блин, я не знаю, что делать. Давай посмотрим, может быть, есть дождь, гроза. Гроза, леденящая аура. Нет, нам это не подходит. Нам бы, конечно, дождь помог. Гроза, я даже не знаю, это, наверное, что-то не то. Ну, когда-нибудь я ее точно использую. Такс. Смотри. Обезглавленный и зомби. Давай вот этого возьмем. Кинем, пожалуй, сюда. Хотя надо было рабочих кидать. Да, надо было рабочих их кидать. Чтобы уже отсрочить их развитие. Потому что... ну, они подпирают. Тут ничего не скажешь. Эх, так,
Что у нас тут? Можно было бы улучшить простую башню. Но на это уйдет 24 тесных камня. Я, к сожалению, скорее всего, не смогу себе это позволить. А, есть кое-какая дорожка. Специально поставил себе фонтан на случай, если меня подожгут, то хотя бы, может, я успею потушить пару костров. Точнее, пару башен. А кристаллием никто не занимается? Слушай, занимаются, но всего один человек. У меня очень много людей погибло от голода, и я надеюсь, что сейчас хотя бы... А, я смогу как-то развиться, и... Не знаю, что для этого мне нужно сделать. Ну, давай, я, пожалуй, начнем с курятников. Курятники вроде бы неплохо так идут. Пускай он, наверное, где-то... Сейчас. Примерно вот так. Так. Стой. А, давай уберем на паузу, поставим, чтобы они пока его не строили. Погоди. Сколько он клеток занимает? Лучше мне скажи. Ну, по идее, мне должно хватить до низа. То есть, один и... Ну, я надеюсь, что хватит. Так, а сюда что засунуть мне? Чё-то я как-то не подумал об этом. О, боже. Нет, вот это я думал убрать, вот эту постройку, и поставить загон. Господи, боже мой, да сколько можно умирать от голода, ребята? Ладно, давай еще один курятник. Пофиг, строю его уже. Я постоянно просто не умираю от голода. И да, все из-за чертовых ферм, потому что в прошлый раз у меня была куча загонов, и проблем с мясом, едой вообще не было. То есть все жители у меня кушали мясо, никто не жаловался. В этот раз решил отыграть веганов, поставил кучу ферм, и, конечно же, они начали умирать. Хотя все ближайшие ресурсы по морковке там и прочим... Они уже слопали. То есть тут уже собирать, в принципе, нечего. Кстати, я уже забыл, что есть какие-то у нас ресурсы. А, бинты, зелье лечения. Кстати, может пригодиться. Давай, наверное, положим его. Отлично. Так, ребят, вы, конечно, странные. Тут зелье лечения, а вы их не используете. Ну, они, конечно, подходят, но я надеюсь, что если увеличу штат егерей, то все будет нормально. Но, к сожалению, егерей у меня осталось трое человек, все остальные померли. Так, а где-то тут у нас... Хотя ладно, пускай строит. Где-то тут у нас должен появиться призрак. Потому что уже ночь, и, по сути, призраки уже должны появляться. Собаки, кстати, неплохо сдерживают атаку. Довольно много хлама. Так, ну, в общем, пока что это, наверное, все. Просто боюсь вот этих кур убирать. А сказать их забить я не могу почему-то. Что, конечно, довольно странно, потому что, ну вот, возьмите курицу и просто отнесите ее на кухню. В чем проблема? А, так, смотри-ка, перо. Сырое мясо. А, вот сырое мясо. Интересно, пойдут готовить? Ну, по идее, не должны. Другая курица поняла, что что-то не так, и решила убежать из деревни. Но я не думаю, что не получится. Так, ни у кого не получилось. Давай сделаем растворение. Пожалуй, вот тут. Растворение. Довольно много трупов, поэтому... Получим с этого магию. Отлично, рассвет.
довольно много скелетов. Давай посмотрим, может быть, можно их жителей куда-то кинуть. Куда-нибудь кинуть. Или они уже освободились? Да, они уже освободились практически. Смотри, уходят. А вот эти все еще стоят, кстати. Так. Погоди. Может быть, я смогу кого-нибудь схватить сейчас? Но тут я никого не вижу. Каменный голем, я просто не знаю, чем себя занять. Слушай, они так классно обороняются, смотри. Блин. Я даже не знал, ну ладно. Может быть, здание егерей улучшить? Там будут более охотно добывать мясо мне. Почему бы нет? Ну, плюс нам склад нужен. Дополнительный. Потому что сейчас все совсем плохо. Так, и у меня жители будут продолжать умирать, поэтому лучше заняться сейчас курятниками. Слушай, мне кажется, он только что приготовил куриц. Да, смотри, куриц не осталось. Да, походу он их все-таки... Или нет? Я не понимаю, он их забил или нет? Потому что написано, что на складе у нас сырое мясо есть. Так, ну, приготовь тогда вот это вот мясо. Какой-то странный. Тут повара вообще ничего не делают, такое ощущение. Так, ребята, давайте быстрее. Займитесь, пожалуйста, готовкой. Так. А, нет, смотри, мы курицу, которую вытащили из загона, она просто убегает. И у меня умирают жители от голода. Господи. Что за хрень? Причем самое странное, у них есть вроде бы ресурсы, и они, по идее, могут... Они, по идее, могут достать еду, но почему-то этого не делают. Так, смотри. Ладно, давай улучшим кухню. Потому что это мне что-то совсем все не нравится. Ура, кочевники! Я надеюсь, хотя бы привлекательность моей деревни как-то позволит мне немножко увеличиться. Так, а кочевники у нас слева идут. Да, они слева просто наступают. Ну, как наступают, идут к нам, но... Вообще, мы могли бы вот тут отстроиться немножко. Так, ладно. Да, если что, на этот раз у нас играет саундтрек Devil May Cry, поэтому... Не знаю, как такие перемены. Вообще, можно было бы каменную стену поставить вот тут. Так, полностью. Я что-то как-то совсем забыл еще, что пытался сделать тропинки. Кстати, у меня вроде бы как даже получилось это сделать. Сейчас, давай-ка. Угу. А сколько у нас кристаллия? Давай, наверное, добудем кристаллы сами. Вот, держи кристаллы, сколько у тебя там их? А, всего один кристалл у него. Теперь понятно, почему нет кристаллия. Потому что никто не добывал кристаллий. То есть сам кристалл, чтобы из него сделать уже кристаллий. Эх, так... Что, может быть, все-таки улучшить на этот раз мне башни? Просто в прошлый раз у меня были призраки, а в этот раз их нету. Я вот и думаю, может быть,
У меня появятся не огненные, а какие-нибудь морозные или еще какие-то. Так, всего два человека? Конечно, немного странно, но ладно. Допустим. И почему-то егери как-то не добывают нам еду. Опа, смотри. У нас башня, она достреливает, получается, до работников, которые иногда выходят и такие смотрят, типа, что тут происходит. Да, это, конечно, странно. Так, ребята, а вы не хотели бы, может быть, выйти как-то, напасть на них? Нет? Совсем нет. Блин, жалко. Давай, может быть, я тогда устрою грозу? Блин, но мне не хватает веры. Ну, потом. Опа-на. Рабочие что-то у них вообще оборзели. Они прям подходят. Так, давай тогда улучшим еще одну башню. Или все-таки займемся охотничьим домиком. Потому что с него как раз-таки... А, будет добыча всяких разных ресурсов, типа мяса и прочего. Потому что именно егеря добывают как раз-таки мясо. И, кстати, по поводу мяса, давай, может быть, возьмем пару... Вот, и олени есть. Мы их просто возьмем и перетащим себе на базу. Пускай они уже их вылавливают. Дикая мышь, ну, тоже пойдет. Это, конечно, странно, но... Что поделать? Пускай у нас будет дикий буффало. Я, кстати, раньше не догадался до этого, что можно взять себе каких-то диких оленей, буффало и просто тупо перетащить к себе. Кстати, тут почему-то дикие животные тоже как-то умирают. Что-то мне это совсем не нравится. Так, ладно. Так, еще одна дикая мышь. Держите, ребят. Отлично. Так, давай, может быть... Ой. Давайте, может быть, приоритет поставим на улучшение кухни. Потому что от этого зависит... Зависит все. Если у меня не будет еды, то, в общем, нам кают. Так, фермеры. 6 человек. Ну, пока что вроде бы все неплохо. Там как-то жаловались на плохой полив, но я даже не знаю. Вроде бы все хорошо. Так. Смотри, можно было бы еще раз охотничий домик улучшить. И на этот раз... На этот раз там появляется оборонная башня? Серьезно? Или она дает бонус к оборонной башне, я как-то не понимаю. Так, ну это интересно, конечно, давай улучшим. Если сама постройка идет как башня, то, блин, это классно. Это реально классно. Так, тут кристаллий нужен. Сейчас мы его накидаем. Блин, я постоянно кристаллы путаю с кристаллием. А, так, дикая мышь, иди сюда. Так, еще одна. Что-то у нас тут есть. О, дикий олень. Отлично. Я не знаю, зачем я их, конечно, переношу себе на базу, но я надеюсь, что их хотя бы захватит. Так. Все, пожалуйста, давайте. Хватайте, хватайте этого оленя, потому что если вы не будете, то, блин, нам конец. Так. Можно было бы, конечно, загон улучшить. Но пока что я не вижу смысла. Может быть, нам рабочих не хватает, фермеров? В принципе, я бы поверил в это. Так, сейчас. Кто мне нужен? Ремонтники. Пускай один будет. Может быть...
А, и пофиг, давай больше фермеров сделаем. Вот. 10 фермеров. Ну и, конечно, было бы неплохо больше егерей, но, в принципе, и так неплохо. Так. Пока что ребята все носят. Давай осмотримся. Ну, как-то я не вижу у них работников. Они... Я даже не знаю, чем занимаются. Может быть, я им просто не дал достаточно развиться, чтобы у них появились призраки сами. Я бы в это поверил. Да ё-моё, опять кто-то умер от голода. И так постоянно. Постоянно кто-то умирает от голода. Хотя, по идее, у них все есть условия для комфортной жизни, и еда тут довольно рядом. Так, органический мусор. Сыромятная кожа, непонятно, почему тут валяется. Давай-ка ее себе доставим. Да ё-моё. 38. Мне постоянно все умирает. Пожалуйста, забейте эту мышь. Просто забейте ее. Сделайте что-нибудь. А, так, нехватка рабочих. А, у нас нету поваров. Отлично. А, может быть, сделать... Меньше... А, у меня вообще строителей нету. Классно. Так, кто у меня вообще остался? Ё-моё, сколько можно умирать? А, давай броников сделаем поменьше и просто сделаем кулинаров. Вот. Пожалуйста, готовьте что-нибудь, я вас прошу. Если вы не будете готовить, то мы все сдохнем тут. Так. Хотя нет, строитель мне нужен. Можно пожертвовать вот этими ребятами. У меня слишком много фермеров, мне такое ощущение. Пускай у нас будет один укладчик дорог. И я надеюсь, все-таки у нас появится еда. Пожалуйста. Мне нужно хоть что-то. Начинайте готовить. Так, и не надо готовить сыромятную кожу. Так, как-то все у нас совсем печально. Паёк. Я причем не понимаю, чем они занимаются, потому что вроде бы как... Тут тебе и мясо, и все, что можно, но нет, они как-то тупят и ничего не делают. Так. Может быть, строителя хотя бы одного сделать? А, вот. Отлично. Еще кто-то умер. И он был егерем. Круто. Так. Я не знаю зачем, но я сделал стимулирование ресурсов и надеюсь, что это хотя бы поможет на ферме. Хоть как-то. Хотя бы немного. Потому что жители продолжают умирать. А добывать мясо им, видишь ли, не хочется. Так-с. Давайте собирайте. Может быть, просто фермер как-то не может работать, там много мусора или еще чего. Кстати, по поводу мусора, у меня сейчас никто не убирается, поэтому я не знаю, что вообще тут будет. А, так, нет рабочих. Но это все, конечно, довольно странно.
Так, это же... А, это мастерская брони. Все понял. Так. И да, мне теперь не хватает строителей, вообще никого. А, может быть, сделать голема рабочего? Я не думаю, что это мне поможет, но... Но вдруг... Сейчас. Один. Так, если что, пускай не собирает кристаллы тут по надобности. Вот. Отлично. И вот тут у нас пускай они берут камень. А дерево, ну, я не знаю. Пускай вот этот вот уголочек срубит. О, господи. Я без понятия, как так получилось и зачем я вообще решил сделать кучу ферм. Почему я посчитал, что это будет хорошая идея? Так, литейщики, бронники. В чем? Гроза. Я так понимаю, будут бить сейчас в главное здание гроза или... Или что вообще будет? Ну, надеюсь, ничего плохого. Кстати, если бы у нас башня была большая вот тут, то тогда мы бы достреливали до нижних построек, что, в принципе, неплохо само по себе. Но, судя по всему, сейчас мы этого не сможем просто сделать. Да ё-моё, сколько можно? Блин! Так. Давай, может быть, им скажем меньше собирать воды, потому что мне что-то не кажется это хорошей идеей. Тут куча ведер стоит, и такое ощущение, что они только этим и занимаются. Вроде бы вода постоянно нужна для поливки ферм. И это хорошо. Так, сделаем дорожку, пожалуй, вот тут. Так. Почему, вот эта постройка нельзя забить кур? Ё-моё, скотина! Что с тобой делать? А, так. Я не понимаю. О боже, 33. У меня было недавно 40 человек. 32. Мать вашу. Можно не умирать. Я им причем дал мясо. Ну, в смысле, вот какие-то дикие мыши, дикий буффало, которого они могли бы поймать. Нехватка рабочих. А сколько... О, боже. Сейчас, погоди. Пускай тогда все, наверное, пойдут в фермеров. Потому что ситуация у нас совсем не самая лучшая. Так. Как-то я распланировал, конечно, все так себе. Ну, стрелы нам нужны постоянно для башен. Литейщики. Ладно, можно им пожертвовать. А повара нам уже нужны.
Можно было бы, конечно, одного повара оставить, но я просто не вижу от них никакой отдачи. Вроде бы кухня есть, а ей никто не пользуется. Просто какого черта? Серьезно. Так. Ремонтники и так, уже уборщики. Врачи нам тоже не нужны. Они особо сейчас не помогают. Плачик дорог, ладно, можно пожертвовать. Камнетесы, ладно, не нужны. Вместе с шахтерами. А лесорубы тоже не нужны. Все, пускай ферма пойдет. Вот. 18 фермеров. Пожалуйста, начните хотя бы хоть что-то делать. О боже. У меня такое ощущение, что я делаю что-то не так. Хотя оборона у меня сделана неплохо. И големы есть, которые отвлекают, и в целом все вроде бы нормально работает. Да ё-моё. Опять. Так, может быть, сделать симулирование земли? Пожалуйста. Прости. Ай, блин, надо же было рядом с собой тогда сделать симулирование земли. Ладно, я надеюсь, они пойдут тогда туда и начнут там собирать уже еду. Что они сейчас и пошли делать. Что мы можем еще предпринять такого? Блин, почему у куриц полное здоровье, и они вообще ни на что не жалуются? У них даже шкала голода практически полная, в отличие от наших селян. Довольно странно, конечно, что у нас совсем не идет ферма. Так, хорошо, сейчас они соберут все, и мы опять сделаем нашу магию. А, можно было бы вот тут сделать симулирование земли. Хотя там не так ее много, но все равно можно было бы собрать. Так как у нас не хватает еды. Так, а чего вы ее не едите? А, нет, вот, собирают. Это еще что? Пни, 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 пни. И еды я что-то как-то тут совсем не вижу. Ну, давай тогда тут сделаем. Нормально. Оу, все появилось. Отлично, есть морковь. Но я надеюсь, хотя бы сейчас у нас будут ресурсы. Хотя бы немного. Ну, как-то странно все это выглядит, потому что они, видимо, сразу идут ее и съедают. А куда это все уходит, я не понимаю. Куда вся эта еда уходит? Ребята, что вы делаете со своей едой? Скажите мне, пожалуйста. Вот этот, кстати, скоро умрет от голода. И у меня нету строителей. Так, что я могу? Кем я могу еще раз пожертвовать? Организатора. Но он явно мне не нужен. Пускай будет строитель. А опять кто-то умер от голода. Да ё-моё. Пожалуйста, заносите еду скорее. О, боже. Ну-ка. Ну, вообще странно, они потому что относят ее на ферму. А, они еду относят на ферму, чтобы ее посадить, видимо. А вместо того, чтобы ее съесть, они ее относят на ферму. Хотя это немного странно, но ладно, допустим.
Давай-ка сейчас соберем немножко энергии. Смотрим, что сможем сделать. Ну, я, в принципе, не знаю, что делать, кроме как стимулировать землю. В принципе, если можно было бы перезагрузиться, то я бы это сделал, потому что я потерял уже, наверное, человек 40, которые умерли от голода. Если бы тут был какой-нибудь контейнер, с которого можно было бы собрать энергию, то я был бы счастлив. Но, к сожалению, такого нету. Так, они уже идут? Они уже идут. Так, это все? Дай-ка мне чуть-чуть побольше. В принципе, если бы я как-то сообразил, то я бы раньше уже так стимулировал землю постоянно. А, хотя сейчас, наверное, лучше стоит позаботиться о своей защите, но... Блин, я потерял 20 человек, чего вы хотите? И это только от голода. Причем. Так. Че, мы можем уже... Опять стимулировать. Отлично. Ура! Репа! Репка! Все. Много репа. Много-много репа. Давай, собирай. Я надеюсь, стрел хватит, потому что в этот раз... Тех, кто делает их, поменьше. Гораздо меньше. Так. Да, наступила ночь. Не знаю, я мог бы сделать ледяной колодец, но пока что вроде бы все хорошо. Давай-ка обезглавленного возьмем, пожалуй, или... Не знаю, кого из вас можно взять. Вроде бы стрелы пока справляются. Стрелометы. Смотри, можно было бы опять застимулировать землю. Кстати, у меня такое ощущение, что она немного увеличивается в размере, вот эта поляна. Сейчас посмотрим. Увеличивается или нет. То есть появляются новые репы. Так. Ну да, да. Давай, наверное, все на этот раз соберем. Так, супер. Так, ну пока что у нас вроде бы продовольствие идет. Поэтому вроде как все хорошо. Я, правда, не понимаю, куда это все уходит, потому что еды нету. Просто нету. Что он там готовит, я не понимаю. Так. Вы собирать ее будете? По идее, должны. Я пока не хочу тратить энергию. Там стрелы есть? Да, есть. Отлично. И каменные големы решили, что можно просто ничего не делать. Потому что почему нет? А возможно, потому что тут все перегорожены сейчас порчей. И мы не можем двинуться вперед. Отлично. Тут пока что я строителей их не вижу. Ну, судя по всему, когда они вот начнут добывать активно кристаллы или какой-то другой ресурс, то у них уже могут появляться всякие другие монстры, более опасные. Кстати, да, мне нужно призраков искать. Призраки. Пожалуйста, появитесь, потому что, блин, мне нужно вас воскресить.
Блин, я никого не вижу. Подожди, это призрак? Нет, это не призрак. Блин, почему я не вижу призраков? А, вот, смотри. Восстановление, воскрешение. Отлично. Так, плюс один житель. Непонятно, правда, куда он идет. Но я надеюсь, он найдет для себя работу. Господи, воскрешаем для того, чтобы они сразу же побежали работать. Так. А, вот еще один, кажется. Да, это призрак. А, недостаточно влияния, да черт тебя дери, дай мне больше влияния. Дай. Мне нужно больше влияния. Такс. Пока что вроде все спокойно. Угу. А вот еще один. А, давай. Ты ж, блин. Дай мне тебя воскресить. Я надеюсь, раз сейчас хотя бы он появится обычным жителем. Да, появился обычным жителем. Но просто есть шанс того, что он появится в виде зомби. И тогда, естественно, он нападет на наших ребят. А это не очень хорошо. Так, маленький дрянной слизень. Слизень, скелет. Давай, наверное, скелета перетащим в другое место. Они слишком быстрые. Не хочу с ним воевать. Пускай он тут лучше побудет. Так, зомби. Дикий буффало. Так, погоди. Оп, схватили. И давай тогда куда-нибудь... куда мы его кинули? Ну, по идее, он не сможет отсюда выйти. Да, не сможет. А вот у нас и другой призрак, которого мы можем воскресить. Так, куда он полетел? Что-то как-то не заметил. Где-то... А, вот он, все. Не просто слабо различимы. Ну вот на рассвете обычно появление призраков гораздо больше стоит, потому что они появляются там каждые чуть ли не 20 секунд. Учитывая, что у меня там передохло практически половина поселения, то, в общем, можете понять, как это мне нужно сейчас. Так, пошел дождь. Может быть, кстати, у нас появится даже репа тут. Новая репа. Так, давай. Вот тут у нас призрак. Ну, дай мне больше. Нужно больше. Еще чуть-чуть осталось. Просто у нас скоро уже закончится ночь, поэтому нужно его быстрее воскрешать. Так, на этот раз тоже удачно. И он сразу же стал вроде бы как егерем. Так, это скелет. Блин, я бы его перетащил, но... У нас закончились болты. Классно. Ребят, вы справитесь там? Что-то не похоже на то, что вы справляетесь. А, давай, наверное, перетащу кого-нибудь. Вот тебя, например. Куда-нибудь, где скалы. Например, сюда. Оп, успел. И кого-нибудь еще. Может быть, вот этого слизня. Довольно большой. И выглядит грозным. Поэтому почему бы и нет. Главное, чтобы они башню мою не сломали, потому что она стоит довольно много ресурсов. А строителей у меня сейчас нету из-за того, что... Ну, они все передохли от голода. Поэтому, да. Так. Что-то как-то мы не очень справляемся. Давай, пожалуй, я схвачу вот тебя. И перетащу куда-нибудь вот сюда. Кто-нибудь еще хочет? Ну, вот этого можно было бы тоже. Хотя бы он маленький, но... Мне он тут не нужен. Так, странно. Вроде бы у меня должны быть егери, но пока что они не справляются. От слова прям совсем. Скелет.
Давай-ка я тебя за карту кину, если ты не против. А, хотя он там сможет выйти, но... Ладно, бог с ним. Так, что вообще я могу предпринять? Блин, ничего. Реально ничего не смогу сделать. Ну, можно было бы... Блин, зачем я схватил ребенка зомби, у которого нету жизни? Так, болезнь растений. Кстати, оно часто довольно случается у меня. Надо помочь ребятам. Как мы сможем это сделать? Там довольно много детей зомби. Давай хотя бы вот так вот выкидываем. А, недостаточно влияния. Блин. Последнего не хватает. Оп, все. И я, похоже, что не всех призраков воскресил. Так, нам нужна энергия. Хотя бы энергия, она работает автономным образом, и это не зависит от строителей, насколько я понял. Ребят, вы что-то как-то не справляетесь. Давай я побольше строителей сделаю. Какие-то они совсем слабенькие. Так, а чё, мне не дается энергия? Эй, какого хрена? Дайте мне энергию. А, где-то тут? А, вот он источник. Отлично. Сейчас мы чуть-чуть еще соберем. Все, пошли. Что у нас тут есть? Скелет. Они там что-то строят. На нас нападают слизни. Ну, в общем, все как всегда. Там только кто-то с кем-то сражался. Нет, нет, никто не сражался ни с кем. Так, и мне, наверное, нужен еще один строитель. Я не думаю, что я смогу справиться с одними фермерами. Так, а у нас кто-то, да, добывает воду. Я бы, может быть, одного водоноса сделал, но пока что вроде бы все неплохо. Давайте застимулируем растения вот эти. В смысле недостаточно влияния? Блин. Я должен был уже использовать. Ну ладно. Так, давай поактивнее как-то. Чуть-чуть еще осталось. Уже можем сделать. Так, давай. Еще дикие животные подъедают растения, поэтому надо это иметь в виду. Но с другой стороны, если у них не будет еды, то они сдохнут от голода, и мне потом захватывать некого будет. Поэтому пускай уж так. Хотя в идеале надо было, наверное, слева добывать репу. Она вот валяется. Даже не знаю, что они их решили не брать. Давай, наверное, соберем. Так, репка, листа. Иди ко мне на кухню. Так, ты тоже иди ко мне на кухню. А, нет, не донес. Я надеюсь, повар справится. Что там у нас вообще есть? У нас есть только сыромятная кожа и одно сырое мясо. Это как-то странно. Почему он не готовит мясо обычное, приготовленное? Так, ладно. Допустим. Мне еще нужен кто-то для ремонта постоянного. Кстати, тут даже есть у них какая-то башня, которую они иногда постреливают, но
А, вот, смотри, радиус даже есть. Но он практически никакой. То есть стреляет рядом с собой только. Но это тоже неплохо. Можно было бы попробовать построить этот дом. Даже не знаю, стоит ли. Стоит ли всем этим заниматься? Дай-ка посмотрим. А, городские, оборона, сбор ресурсов. А, это сбор ресурсов у нас точно. Так, то есть еда и вода. Загон. А, застава. Ай, блин, у меня же лимит уже. Что-то я забыл про это. Давай тогда улучшим свою главную постройку. Нам, конечно, нужна куча досок, тесных камней, но я надеюсь, этого хватит. Того, что там есть. Так, ладно, давай. Может быть, пару ферм хотя бы убрать. Я, конечно, не знаю, как это улучшить ситуацию, но все же. Сейчас. Мне сейчас не хватает стрел. Так, 25. Пускай их делает. Кто относит их? Погоди. Кто относит стрелы? А, мастер по лукам и относит их. Слушай, ну мне тогда нужно побольше мастеров. Сборщик эссенции. Ну, пока что вроде бы неплохо. Ну и жители вроде бы как перестали умирать. Так, а призыв голема рабочего? Нет, я его сейчас не хочу призывать. Давай, наверное, соберем эссенцию. Давай, давай, побольше. Поскупись. Угу. Слушай, неплохо так дает-то. Я думал, гораздо меньше. Так, ну ладно. Это все? Видимо, все. Воскрешение, восстановление. Ну, давай стимулирование земли опять. Не опять основу. Оп. Все опять выросло. Крайне неэффективно зимой. А сейчас у нас лето. Ну, летом тоже так себе заниматься всем этим. Кстати, мы, кажется, да, мы поймали животных. А теперь мы можем как-то убрать пару курятников, которые у нас тут стоят. Давай, пожалуй, вот этот вот снесем. И вместо него поставим себе загон. Как раз-таки на него хватает места. И тут можно как-то это все оформить дополнительно. Я бы, конечно, курятник иначе построил, но надеюсь, там всего хватит. Так, присоединился к вашей деревне. О, боже мой, сколько тут работников сразу появилось. Давай, наверное, 4, даже 5 строителей сделаем. Нет, 4. Пускай будет у нас один, так, резчик кристаллов. И нам нужны кристаллы, да? Ну, давай я тебя соберу тогда сразу кристаллов немножко, чтобы потом ты не мучился с ними. Ага, сколько там у тебя их? 3? Ну, давай еще. Вот, 4, 5, 6, 7. Все. Давай собирай теперь свои кристаллы. Так, и сделаем тогда, что мы сделаем. Не знаю, нам бы егерь, конечно, один понадобился. Может быть, еще один. Но я не знаю, мне кажется, этого хватит. Давай, наверное, сделаем плотника и камнетеса.
Камнетес, камнетес, камнетес. Где он тут? Бронник. Кстати, дороги, самое удивительное, что портятся. И на починку этих дорог тоже нужны ресурсы. Поэтому, да, конечно, это все довольно затратно. Так, а где у нас камнетес? Что-то как-то не могу понять. Плавильня, лесопилка. А, небольшая подсобка. А, там организаторы работают. Так. Ну, это все, конечно, хорошо. А где камнетесы? А, резчик кристаллов. Так, сборщик кристаллов. Ну, подождите, а где камнетесы? Где чертовы камнетесы? А, вот камнетесная. Пускай одна будет. Один рабочий. Кстати, вообще можно было бы легко улучшить эту постройку. Но сейчас у нас с ресурсами прям совсем все плохо, поэтому давай не будем выделываться. Оп. Так, и поставим, наверное, приоритет. Тут как раз-таки древесины довольно много, поэтому им далеко бегать не надо. Так. Тут у нас все стоит. Тут мы все обведем дорогой, чтобы они не бегали по 300 раз. Поэтому, да, все хорошо. Конечно, все как-то немножко разбросано у нас, но надеюсь, ребята тут справятся. Так. Может быть, опять застимулировать себе растения? Так, дайте мне эссенцию. Что-то они как-то не хотят делиться. Давай тогда снизу возьмем. А, где у нас тут был? А, вот он. Древний сияющий бассейн. Немножко соберем и пойдем дальше. Так. Что, это все? Что-то как-то совсем вяло. Прям вообще ничего не дал. О боже. Ладно, допустим. Давай тогда... Мы можем делать это? А, нет, недостаточно влияния. Да ё-моё. А, ну, допустим. Так. Дай. Да ё-моё. А, все, мы использовали. Вообще было бы сейчас неплохо этого дреного слизня выкинуть, но, к сожалению, я с ним ничего не могу сделать. Так. Что бы нам такого придумать? А если мы ее улучшим, то там прибавится дальность поражения. Яд, лед. Энергия за выстрел. Довольно много кристаллия требует. Было бы неплохо, если бы все-таки занялись вот этой вот постройкой. Потому что от нее отчасти тоже многое зависит. Ну, как многие, многое. Не сказать, что прям многое, но что-то да зависит. Так. Я надеюсь, они как-то догадаются, что тут надо как идти. Или они не смогут идти через порченную землю. Я вот этот момент как-то не уяснил для себя. Так. 39 жителей. Вроде бы все не так плохо у нас. Строительство идет. Ручки тоже стараются. Поэтому вроде бы как все неплохо. Можно было бы улучшить ферму свою. Это бы увеличило скорость сбора. Раз у нас так много ферм, то... Ну, можно было бы попробовать. Так. Чуть-чуть побольше строителей. И, наверное, еще одного егеря. Вроде бы все неплохо.
Единственное, что меня, конечно, смущает, почему они не могут починить домик егеря. Ну ладно. Как вам там заходить? Вроде бы как-то так вы показывали. Или вот так? А, то есть... Так, так. Ладно, давай тогда уберем вот этот вот кусочек. Отлично. Оу, и строитель сейчас идет чинить башенку с големами. Супер. Так, 92, 96. Еще один кристалли требуется. А у меня его вообще нету. Слово прям совсем. Так. Держи свой кристалл. Надеюсь, тебе хватит. Я не знаю, конечно, сколько он тратит на создание одного кристаллия, но... Надеюсь, что ему этого хватит. Так, все. Сколько у тебя их? 8. Ну, развлекайся. Так. У нас куча хлама. Все это из-за того, что у нас один уборщик. Ну и, в общем, самой постройкой никто не занимается. А, что нам требуется тебе для здания? Так, что-то как-то непонятно все находится. Ну да ладно. Уже, кажется, да, отловили всех животных, которые только могли. Ну, какие-то, по идее, у нас остались. Давай, наверное, парочку хотя бы схватим. Я, конечно, не понимаю, как у них там дикая мышь спаривается с диким оленем, но... Возможно, стоит почитать лор этой вселенной. Я потому что не понимаю, как это вообще физически возможно. Так, а где у нас тут... Где вообще тут животные? Погоди. А может, ничего не сможем построить? Угу. Да, вообще ничего не сможем. Можно, конечно, вот эти фантомные башни улучшить и понадеяться, что... Слушай, а почему бы и нет? Давай, может быть, их действительно построим. Я, конечно, не думаю, что кто-то побежит их сейчас строить, но вдруг. Это было бы весело. Так, кто-то относит кристаллий. И у кого-то опять закончился кристаллий. Так, давай ему опять закинем. Это какой-то замкнутый круг. Как будто постоянно чего-то не хватает. Все чего-то хотят. Так. Ну, сейчас хотя бы у нас есть мясо. Это радует. Поэтому... Давай понадеемся, что у нас тут появятся призраки, и мы сможем... воскресить хотя бы... Ну, я не знаю, 5-6 человек. Было бы неплохо. Хотя я что-то как-то раскатал губу. Хотя бы парочку, и то было бы неплохо. Так, ты не дашь мне? Давай, дай мне все свои ресурсы. Что-то как-то лениво он отдает. Ну ладно. Слушай, ну пока что порча на вот эту землю не заходила. И, скорее всего, не сможет зайти, потому что тут забор у нас стоит. Можно было бы, конечно, его улучшить, но вроде бы как и так все хорошо. Так. Пока что... Блин, почему никто не чинит эту постройку? О, господи. Потому что слишком много фермеров, наверное. Хотя, ладно, хватит во всем винить фермеров. Но, с другой стороны, из-за кого тут у нас половина народа передохла? Думаю, как раз-таки за этих ребят.
О, смотри, у них строители подходят совсем близко. Непонятно только зачем и что он хочет. Что ты вообще хочешь? Скажи мне, парень. Зачем ты подходишь так близко? Ну ладно, пускай. Это противник? А, нет. Там просто не хватало камня. А он решил его донести. Отлично. Слушай, может быть, какую-то башню там внизу поставить? Это звучит как что-то неплохое. Так, смотри, стихийная башня. Ай, блин, мне же не хватает. Точно. Ну, сейчас они поставят донжон, и нам всего должно хватить. Кстати, нам еще бы человека, который делал бы дороги, потому что сейчас этим вообще никто не занимается. Так. То есть мы проведем вот так, да, дорогу. И, в общем, отсюда вверх у нас будет идти. Вверх, 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 вверх. А, ну, ладно, не ошибемся. Давай вот так вот проведем. Так, вот тут тогда еще. И вот тут соединим. Вот тут тоже. Вот эту дорогу. И вот этот участок тоже возьмем в оборот. Я думаю, пока что нам этого хватит. Это мы уже, в принципе, по верху обойдем. И пока что... Слушай, действительно все неплохо. Я думал, что уже к этому времени умру, но пока все классно, блин. Действительно. Так. Можно было бы вот так вот сделать им дорожку. Да. Ну, просто лепота. У него опять закончились кристаллы. Слушай, я не думаю, что нам нужен еще один резчик кристаллов. С другой стороны, если мы будем улучшать башню, то да, нам нужны как раз-таки эти кристаллы. Так. Строители закончили? Так. Кого бы, кого бы, кого бы. Я не знаю, тут есть репа вообще у этих ребят. Можно было бы вот это вот маленькое количество собрать. Вроде бы сейчас все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, но по крайней мере никто не умирает от голода. И у нас появились тут всякие бизончики и прочие существа. А, милые глазу. Так, курятник, смотри. Раз и, может быть, даже два. Блин, одну клетку бы повыше сделали. Тогда бы нам всего хватило. А сейчас получается так, что... Да не, нормально, нормально. То есть мы тут проведем тогда дорогу. Но если бы было выше, то тогда все было бы получше. Эх. Кто бы знал. Стой. Не строй. Они уже 5 древесины отнесли. Я не знаю, стоит ли пододвигать это все наверх. Либо забить и... Пускай у нас тут было бы свободное какое-то пространство от всего. Можно было бы сделать им маленькие какие-то фермы. Но мне кажется, все-таки лучше решать вопрос сейчас с перенаселением. А, тем более это простые курятники, которые кроме как древесины ничего не стоят. Поэтому давай, наверное, их снесем и поставим на одну клетку повыше. Я надеюсь, курочки, они переселятся у нас, и никто не пострадает. Так, это тоже. Давай отменим. Может быть, нам улучшить башню? Ледяная башня с луком. А если... А вдруг там будет другой голем? Не огненный, а какой-то другой. Ну, блин. Страшно вообще-то. Поэтому что-то я как-то побаиваюсь сейчас.
проклятая огненная башня с луком. Ну вообще в идеале надо, наверное, сделать нам улучшение для вот этой вот башни. И тогда мы просто сможем стрелять этих бедных работников, которые там, ну, внизу. Плюс мы начинаем атаковать раньше, поэтому... Блин, это классно! Давай, наверное, так и сделаем. А что у нас тут есть еще из такого? А, смотри, есть всякие разные башенки. Можно было бы какую-нибудь вот такую поставить себе. Башня с луком, стихийная башня. У нее, конечно, не супер дальность, но, слушай, в целом, хоть что-то такое. Ну, можно было бы даже и простую какую-то башенку поставить им. Ну, статическая, она вообще прям перед собой как-то бьет. Это никуда не годится. Так, ладно. Давай тогда стихийную сделаем внизу. Тем более они действительно пробегают эти места, и башня будет иногда убивать, скорее всего... сейчас, погоди, уничтожить рельеф. Так, буквально вот этот маленький краешек. Спасибо. Оу, уже зомби появились. Так, ну пока что все хорошо. Если никто не умирает, то уже все хорошо. Так, давай тогда я сделаю, наверное, грозу. И сделаю ее на их территории. Так. Не знаю, куда ее тут. Недостаточно влияния. А, мне не хватает влияния для этой, для этого заклинания. Подожди, или я сделал грозу? Мне кажется, вроде бы сделал. Слушай, там не такая уж и большая дальность. Ну, они вроде бы немножко пострадали, но вяленько. Совсем вяленько. Надо было сюда делать. Тогда бы было хоть что-то. А так мы, можно сказать, только энергию потратили. Я думал, она по всей карте будет, но... Слушай... Там скорее на какое-то определенное место. Оу! Ребенок-привидение. Все, начали появляться. Уязвимость к урону. Лед. И как он будет идти? Будет идти через верх, напрямую к башням. Понятно. Ну, давай тогда делать ледяные башни, потому что, ну, нам ничего не остается. Скорее всего, будут, как всегда, огненные придурки, поэтому, да, надо как-то решать этот вопрос. Ну, я думаю, я скорее... Оу, ребенок-привидение и тут появился. Так, давай его, может быть, возьмем и кинем в конец карты. Пускай он там уже что-то делает. Так, кстати, я забыл, что сейчас ночь. И нам нужно воскрешать местных жителей. Где первое привидение? Хотя мне не хватает энергии, но все же. Давайте. Кого воскресить? Кого поднять из мертвых? Кстати, вот смотри, каменные големы сражаются с ребенком-привидением. Алекс Аустин и Волнак Аустин занялись любовью. Оу. Так. Ребенок-зомби. Обезглавленный. Да, надо улучшать, в общем, большие башни и смотреть, что из этого получится. Так,
Я надеюсь, что мне хватит, конечно, ресурсов. И да, нам нужно, кажется, больше строителей, потому что мы просто не успеваем за процессом. А, это призрак? Да, это призрак. Восстановление... Нет, воскрешение. Так, восстановление, призыв. Где тут воскрешение? Починка, воскрешение. Ура! Еще один житель. Давай. Так, и мне, получается, нужен еще один призрак. Я надеюсь, что сейчас никто мне не умирает от голода. Что это будет совсем грустно. Так. Вроде бы справляются. Хотя так, наверное, и не скажешь. Господи, боже мой. А, нет. Я перепутал. Давай, наверное, их рабочего возьмем и кинем себе. Тогда его просто забьют наши ребята. И мы сможем немножечко уменьшить их развитие убийством. Ну, не то чтобы беззащитных рабочих, но в любом случае они нам мешают. Вот. Поэтому как-то так. Суровые времена требуют суровых решений и все такое. Так, что-то я не понимаю, где у них другие рабочие. Вообще они должны быть где-то тут шастать. Но я что-то сейчас никого не вижу. Ладно, давай возьмем немножко энергии. Воу! Сколько тут всего. Так, ну пока что наши ребята справляются. Тут есть привидения? Потому что я ни одного не вижу. Так, ну хотя бы одного. Пожалуйста, дайте мне воскресить. Так, строителей пускай будет 6. Потому что мы не успеваем строить и короче. Так. Действовать весь процесс. Так, кристаллей. Да, пускай там разломают тогда. Погоди-ка. Я не знаю, почему он отмечает, что тут нельзя ничего сделать. Как-то странно. Так. В общем, нам нужна ледяная башня с баллистой. Не хватает кристаллов. Так вот же они, прямо перед вами, ребят. Ну ё-моё, ну что это такое? Кто вообще так поступает? Зачем врать? Так, погоди. Где тут призраки? Хотя у нас уже рассвет практически, но может быть сейчас кого-то увидим. Я что-то как-то никого не могу увидеть. Хотел сказать, что радует, что так не так много привидений, но нет, привидения есть. Привидения есть, и они, конечно, надоедают. А, вот смотри. Воскрешение. Отлично. Еще один рабочий. Кого сделаем? А, может быть, егеря? Или... Я не знаю, фермера? Ну, фермеров и так у меня много. Поэтому... Так. Давай, наверное, перестроим курятник. Господи, боже мой, сколько мусора. Давай, наверное, мусор. Пускай убирает. Нехватка рабочих. В смысле? Я же вам поставил одного. Ребят, вы чё? Какого хрена? Так, не хватает кристаллов. Да ты издеваешься. Серьезно? Почему из вас никто не добывает кристалл, когда он под носом? Так, и вот это вот мне совсем не нравится. Давай слизни, наверное, выкинем. Пускай он там где-то шастает. А призраков... Ай, ладно, давай и призрака тоже возьмем. Кинем подальше. Они немножко уже подпирают, но
Вот если мы вот так вот сделаем, может быть, получше будет. Так, нехватка кристаллов. А, там же и кристалли еще нужен. Точно, я что-то забываю постоянно. Но об этом, блин, а, они почти разрушили постройку. Чертовы привидения, мать вашу. Хватит ломать мои постройки, блин. Чертовы дети. Так, они сломали две башни. Дети. Дети-призраки. Вы издеваетесь. Они тут. Так. Ладно, давай пониже их кинем. Пожалуйста, не надо мне наедать. Давайте вы лучше подальше где-нибудь постоите. Почему дети, призраки и вообще призраки не исчезают утром? В чем их проблема? Почему они такие надоедливые? Так, ладно. Конечно, жалко, что я только сейчас увидел по поводу вот этих башен, но ладно. Что-нибудь придумаем. Воу-воу-воу-воу-воу! Ребят, вы что делаете-то? Скелеты. Какого хрена? Так. Все, они сломали постройку. Так, а чё у меня... Где все егери? Так. Конечно, все понимаю, но... Давайте, наверное, как-то побольше егерей сделаем. Ура! Наступил день! У меня тут куча ресурсов валяется, и что теперь делать? Блин. Теперь мне нужно успеть отстроиться обратно. Или, по крайней мере, улучшить вот эту башню до ледяной. Но мне не хватит ресурсов. Нам нужен кристаллий. Давай скелет тогда скинем. Подальше. Так. Ладно, давай, наверное, сейчас скажем ребятам снести рельеф. Я надеюсь, что они сейчас сообразят, что я хочу сделать. А стены мы сделаем деревянные ворота, может быть, тут. Хотя, по идее, не смогу этого сделать. О, господи. Вы издеваетесь? Привидения не исчезли, они разламывают остальные мои постройки. Так. Чёртовы привидения. А големы, они тупят, они могут двигаться только по нашей территории. Поэтому они не могут выйти оттуда. О, боже. Вы серьезно? Каким-то магическим образом они разломали мою башню. Теперь у меня нету башен. О боже. Надо было, конечно, улучшать раньше башни до магических. Но, блин, это нифига не круто. Так. Теперь у меня нету егерей. Классно. Ладно, давай хотя бы вот так вот сделаем. Понятно. Понятно. Все очень плохо. Так, ну, нам нужен все равно охотничий домик. В любом случае. Не будем отчаиваться. Пробуем сейчас восстановиться. И, блин, давайте тогда сразу попробуем сделать магические башни, раз такое дело. Потому что я не смогу улучшить сейчас до нужного уровня. Оборона, башни, вот стихийная башня. В
Блин, ну там везде нужен кристаллий, а у меня его нету. А хотя вот же, этот мужик, который должен вроде как добывать кристаллий. То есть собирать его. То есть не собирать, а обрабатывать. Ну, я надеюсь, он догадается, что нужно делать. Пожалуйста, догадайся, мужик. Все в твоих руках, я в тебя верю. Так, и у меня 11 рабочих, которым просто некуда пойти. Давай все будут станут строителями. Внезапно. И попробуют перераспределить эти все ресурсы. Хотя если бы я поставил тут башню, то тогда бы она достреливала до низа. И всем бы этим уродам пришел бы быстро конец. Вообще мы могли бы так попробовать сделать. У нас, возможно, даже хватит для этого места. Или стоп. 16, 8, 4. А, знаешь, что я думаю? Что мы могли бы попробовать... Стой, 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 стой. Так. Так, стоп, стоп. Давай, наверное, попробуем отменить. И сделаем вот тут стихийную башню. Так почему она из-за хлама не ставится? Столько хлама, что я не могу поставить. Господи, сколько мусора. Это жесть. Это просто жесть. Пожалуйста, ребят. Погоди, а мы можем убрать ресурсы, которые тут есть? Убери, пожалуйста. А, вот, да. Если немножко подвинуть, то тогда там все помещается. Пускай они пока поработают немножко. Господи, боже мой, сколько всякого разного дерьма тут. В общем, да, придется все вот это убирать. И что-то с этим делать. О боже, что это двигается? Дряной слизень. Он какой-то очень большой. А у него атака... Сколько у тебя атака? 49 сила. А у моих жителей... 132. Ну ладно, хорошо. Допустим. Я думал вы тут стихийную башню сделать. Не знаю даже, как это все получится, но... Вообще, можно было бы даже вот тут сделать. Сейчас, погоди. И тогда мы можем поглубже тут поставить ее. Отлично. А этот забор бы я убрал, конечно, но... Ладно, сейчас вот мы поставим тут стихийную башню, и у нас все получится. Я надеюсь. Да, а на этом все, ребят. Спасибо, что смотрели. И да, подписывайтесь, ставьте лайки. Приходите на Twitch, если хотите больше стримов. И да, пока-пока. Так, это было...